Они... Это не они. Вы турки? Да. Слава богу, это турки. Все в порядке. Люди Зейсамира пришли сюда ночью. Они убили много людей, много мужчин и забрали наших детей. Зейсамир. Акан. Умай. Это Зейсамир? Да, это сволочь. Это он. Садись. На колени. Не волнуйтесь, дети в порядке. Зачем ты забрал детей? Они собирались увезти их на юг. Там происходят страшные вещи, ужасные обычаи. Они делают из детей танцоров. Покупают и продают их как товар, заставляют детей танцевать в публичных домах, насилуют их. Они становятся рабами. Я никогда раньше не видел его таким злым. В его глазах была ненависть. Любой, кто видел глаза капитана Каранлыка, был благодарен Богу, что он не на месте тех людей. Эрджан. Капитан. Найди мне ткань. Не понял, капитан. Найди мне ткань, Эрджан! Красивую, розовую! Как прикажете, капитан. Вставай! Вставай! Встань! Развяжи его! Развяжи! Привяжи Наталью! Не надо, капитан! Привязывай! Послушай, я работал с американцами, с русскими, китайцами! Великолепная карьера! Привязывай! Капитан, у меня много денег! Привязывай, я сказал! Привязывай! Капитан, не надо так со мной! Не поступай! Не поступай так со мной! Танцуй! Капитан, не делай! Не делай этого! Говорю же, у меня много денег! Прошу, не надо! Не делай этого, капитан! Не поступай так со мной, не надо! Прошу, не делай этого! Я дам тебе много денег! Много денег! Не надо! Не надо! Покупают и продают их как товар, заставляют детей танцевать в публичных домах, насилуют их! Капитан! Не надо! Не надо так со мной! У меня много денег! Не надо! Не надо! Не надо, капитан! Капитан!
Хорошо подумай, капитан. Деньги, говорю тебе, хорошо подумай. Много, много денег. Я дам тебе много денег. Не делай этого, капитан, капитан! Отныне никто не тронет наших детей! Тимур! Там, на пересечении узбекских и афганских гор, была моя самая значимая караульная служба в жизни. Женщины, дети и мужчины впервые за долгое время спокойно спали под защитой своих солдат. Они разделили с нами вкусную еду, дали нам горячий чай. Мы с детьми смотрели на звезды. Когда наступила ночь, на горе напротив появилась стая волков. Мы говорили на одном языке, их глаза были нашими глазами. В ту ночь я понял, почему 9 агузов встали на этот путь. Я бы хотел, чтобы вы остались подольше, капитан. Ваше пребывание здесь нам очень помогло. Спасибо вам большое. Спасибо. Теперь мы будем на связи. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь вам. Спасибо. Это вам спасибо за ваше гостеприимство. Спасибо. Пожалуйста. Лейтенант, мы готовы? Готовы, капитан. Приближается машина. Юго-восток, 210 градусов. Останови. Баран, останови машину. Понял, капитан. Все хорошо. Это наш торговец, Хюсра. Он не опасен, бедный человек. Вы его знаете? Да, знаю. Он много лет приезжает. Продает всякую мелочь, газ, зажигалки, ткани и тому подобное. Барам, пропусти его. Всем быть начеку. Понял, капитан. Проезжай. Смотрите в оба. Есть капитан. Добро пожаловать, добро пожаловать. Вижу, у вас гости. Да. Доброго здравия. Ну что, можно я тоже буду вашим гостем? Конечно. Иди сюда, дочка.
Капитан. Да? Вы срочно нужны в командном центре. Что случилось? Мы получили кадры, это срочно. Команда Агузов там? Да. Они полностью окружены. Проклятие. Очень большая группа, капитан. Немедленно свяжись с капитаном Карлыком. Сейчас же. Капитан, что мы делаем? Собери отряд. Уходим. Есть, капитан. Старший сержант. Возьмите. Нет, не мой стиль, спасибо. Пойдемте к машине прямо сейчас. О чем ты? Это очень важно. Капитан, это полковник Тамриз. Капитан. Каранлык, ты меня слышишь? Вы окружены. Вам нужно немедленно оттуда выбираться. Капитан, вас не слышно. Атур, вы должны немедленно уйти оттуда сейчас же. Капитан, я не слышу вас. Связь плохая. Капитан. Капитан. Батур. Проклятье. Продолжайте пытаться, пока не свяжетесь с ними. Проклятие. Предупредите капитана. Меня кто-нибудь слышит? Черт. Свяжитесь с Анкарой. Я хочу поговорить с полковником Тамриз. Сейчас же. Как прикажете, капитан. Послушай, я занят и... Это вопрос жизни и смерти. Капитан, делай так, как я говорю. Капитан, они идут! Они идут! Идут! Пожалуйста. Капитан! Они идут! Не беспокой меня звонками. Не впускай никого. Как прикажете, командир? Открывай быстрее, открывай. Больно, солдаты, больно. Больно. Доложите обстановку, полковник. Основная часть операции прошла без проблем, командир. Но к моменту эвакуации команды мы заметили, что их окружает большая группа вооруженных людей. Откуда взялась такая группа? Почему мы их не видели? Мы следим за ними по спутнику, все в порядке. Но кем бы они ни были, мы считаем, что они могут быть профессиональной организацией. Заметно, что они обучены, они перемещались по местности маленькими группами и только сейчас объединились. Насколько они быстры? Они мобильны, командир. Передвигаются на легковых автомобилях. Сколько у нас времени? Времени?
Я думаю, уже нет, командир. Примерно через 8-10 минут они будут на месте. И? Не поняла, командир. Полковник, и? Что ты предлагаешь нам делать? Может, быстрая бомбардировка? Или же привлечь союзные силы из Туркменистана или Кыргызстана? Мы не можем этого сделать, командир. У нас слишком мало времени. К тому же очень велика вероятность того, что во время бомбардировки пострадает наша команда. И самое главное... Что? Что самое главное, полковник? Я верю, что все из отряда агузов выберутся сами оттуда живыми. Ты веришь? Да, командир. Солдаты, выйти. Закройте дверь, быстро. Значит, веришь, полковник? Да, командир. То есть пока наша команда в аду. В окружении тяжело вооруженных и обученных 200 человек, которые могут сжечь всю нашу команду дотла. И ты говоришь, что веришь, что им удастся выбраться оттуда живыми, так? Вы абсолютно правы, командир, во всем. Вот только... К сожалению, есть более важный аспект. Какой? Турция сделала очень смелый шаг. Взяв на себя ответственность за весь турецкий мир, создала эту команду решением Великого национального собрания Турции. Это первое задание этой команды. И вы могли заметить, что Америка, Россия, Великобритания, Китай и все остальные пристально следят за ними. И если мы сейчас, при всем уважении, если мы вытащим... их оттуда полуживыми в результате собственной бомбардировки выставим себя на посмешище. Не говоря о том, что мы подвергнем опасности нашей же силы из-за плохо спланированной бомбардировки. Если мы провалим это дело, сколько лет нам потребуется, чтобы создать такое подразделение снова? Эта группа турецкого мира будет похоронена еще до рождения. Хорошо, Тамрис. Но ты сама сказала, что команда находится в опасной ситуации. Они наши лучшие солдаты, командир. Наша самая лучшая обученная команда. Они уникальные. Капитан Каранлык и команда агузов выберутся оттуда, командир. Это надежда всего турецкого мира. Не будем предавать ее. Значит, надежда всего турецкого мира. Всего турецкого мира. Верно, полковник, верно. Мы отправили команду агузов в эти горы не для того, чтобы просто воевать. Мы отправили туда агузов, чтобы разбудить весь турецкий мир от многовекового сна. Верно. Полковник, сделайте все возможное. Удачи. Как прикажете, командир. Открыть дверь. Солдаты, продолжаем попытки до тех пор, пока не свяжемся с ними. Вперед, быстро, свяжите меня с отрядом агузов, живо! Давайте.